Резико, ты меня в оперу поведешь? Не в оперу, а в цирк. Нет, в зоопарк. И в оперу поведу, и в цирк, и в зоопарк. Куда еще? Никуда я вас не поведу. Резо, мне машина нужна. Машины не будет. А что мне делать, пешком обойти всех членов совета? Резико, ты Фигаро любишь? Надоела она со своим Фигаро. Мама, я сегодня в школу не пойду. Вот плоды вашей диссертации. Ребенок в школу не хочет идти. Что значит не пойдешь? Мама, я обманул, у меня ведь уже каникулы. Резо! Ладно, Цуца, не время сейчас умирать. Подождет Архангел Гавриил, ведь у меня завтра защита. Ты не волнуйся, все будет хорошо. А Руся чего дуется? Резо ей сигареты не оставил, вот и обиделась. А что она курит? Говорит, последнее. Перестань, Цуца, ты ведь у нас такая опытная. Сегодня что-то больно было. Ой, я ведь Новокаин забыла. Надоели вы мне, сестры, все втроем. Теперь Руся простудится и заработает воспаление. Руся, зайди, пожалуйста, а то простудишься. Я прошу, Русенька. Эту картину после моей смерти Ксении передайте. Ксении? Племяннице моего деверя на память обо мне. Мама, пить хочу. Встань и выпей. Нет, ты принеси. Иду, мой мальчик, иду, дорогой. Бабушка, оставь его в покое. Кивико, пожалуйста, пойди купи хлеб. Не пойду. Ох, бабушка, вот тебе скверный мальчишка. Мама, одень меня. Кивико, принеси хлеб. Бабушка, сколько можно повторять одно и то же? Разве он понимает, олух небесный? Да, мама, все прекрасно. Цуца умирает, Руся дуется, Кугуска беснуется. А у меня нет минуты, чтобы сесть и хорошенько все обдумать. Никого не волнует, что завтра у меня защита. Бабушка пришла. Да, да, ты не знаешь, что тут творится. Дети еще не завтракали? Но, мама, когда я могла успеть? Повесила трубку. Что она сказала? Не знаю, надоели уже. Зейна, зайдите, проведайте Цуцу. Как вы себя чувствуете, уважаемая Цуца? Всю жизнь я проработала педагогом и еще не видела, чтобы мальчик так не любил за хлебом ходить. Не знаю. Мой Резико в этом возрасте был изумительным ребенком. Но я тоже была примерная мать. Вот весной, как только появлялась клубника, я с позаранку шла на рынок, приносила свежую клубнику и прямо в постель подавала мальчику. Представляете? Ну и дура твоя свекровь. Руссо. Но это факт. Мама, правильно я написал? Не знаю. Вождь идет, вождь краснокожих идет. Кугуска, помоги мне. Ой. Это они меня в могилу сведут, а не моя болезнь. Кэти, угомони мальчика. Привет, Юра. Яйца принес, а кур не было. Кивико, кто там? Юра! Это Юра.
Кэти, кто пришел? Я тебя спрашиваю, кто пришел? Ты что, глухонемая? Неужели трудно ответить? Гивико, кто пришел? Отстань, Руся, из-за тебя я кляксу поставил. Этот сопляк тоже вашей породы. Я не хочу больше с вами жить. Вот состаритесь и вспомните меня. Поздно будет. Будь проклят тот день, когда я свою жилплощадь объединила с вашей квартирой. Всю жизнь она буянит. Сейчас с балкона будет прыгать. Выпустите меня. Где ключи? Дайте мне выпрыгнуть. Руся, Юра тебе сигареты принес. Отвяжись. Юра был и сигареты принес. Слышишь? Сигареты? Юра единственный порядочный человек в этой семье. Мне очень плохо. Опять давление подскочило. А вечером на банкет надо идти. Не ходи. Ты что, они просили? Пришла доченька? А вы как, мама? Плохо. Кивико чуть не убил Цуцу. На кухне лопнул кран. Руся с балкона прыгала. Вы меня с ума сведете, мама. Здравствуй, Зайнаб. Ни в одной порядочной семье такого не бывает. Что за бесконечные склоки у вас? Но, Гуранда, при чем твоя мать? Как при чем? Вы не понимаете, какой ответственный момент сейчас у Кэти? С этим надо считаться. А мама все осложняет. Это я осложняю? Ну что может твоя мать? Тут двое детей, умирающая Цуца. При чем Цуца? Цуца еще 10 лет будет умирать. Весь свет на Цуце клином сошелся. Эх, трудно стало жить. Ни минуты покоя нет. Вот Кэти завтра защищается, а у нее еще не все готово. Гивико тоже непослушный мальчик. Сегодня за хлебом не пошел. С кем ты говоришь, Руся? Вы не туда попали. А я думала, знакомый, и начала кокетничать. Ах, мой милый Августин, 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 ла-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 ла. Все прошло, все прошло, все прошло, все прошло. Не понимаю, как можно быть такой неблагодарной? Ладно, мама, успокойся. Ты так и не сказала, сколько человек приглашаешь на банкет. Выпрямись, а то на кочергу похоже. Никакого банкета я не хочу. В моей защите ты больше заинтересована, чем я. Мне, как врачу, эта диссертация вообще не нужна. Спасибо. Это тоже моя вина, да? Спасибо. Успокойся, дочка. Это называется «пришла помочь». Простите, но я не понимаю Гуранду. А что ей делать? Тут семья, там работа. Кэти, я пошла. Не знаю, что с вами будет. В этом доме все пропадает. Куда я делаю бумаги? А это откуда здесь? Все прошло, все прошло, все прошло. Августин, Августин. Эх, мам, бездоголовка. Надоело все. Августин.
Садга крест. Куда все исчезли? Кугушка. Гугушка. Цуца, цуца, чима, цуца, чима, цуца. Гивико! Садай. Куда все подевались? Гугушка. Когуцка, где дети? Как? Дети дома. Дома их нет. Какой ужас. Кэт и дети исчезли. Бабушка, ты что, с ума сошла? Когуцка, у меня желудок сводит от голода. Организм помидоры требует. Какие помидоры? Дети пропали. Не отзывайся. А если найдут? Вот они где. Кэти, смотри, что они натворили. Все яйца разбили. Молодцы. Как они додумались. Гениальные дети. Руся, что-то ты на хулиганку похожа. Тут дети цыплят высиживали, а Гугушка им помешала. Бабушка, как дела? Так себе. Пойди сюда на минуту. Знаешь, что я тебе скажу? Я с утра до ночи на вас работаю, а твоя мать так обругала меня перед Зейнаб. Можно быть такой неблагодарной? Только с Русей об этом ни слова. Что вы все шушукаетесь? Руся, оставь нас в покое. Не оставлю. Я что, не человек, что ли? Майко, иди проведай Цуцу. Иди, иди. Опять архангел Гавриил за ней явился. Все прошло, все прошло. Все прошло. Все прошло. На солнышке бы посидеть. Мама, сегодня Цуца не умрет. Она уже стихи читает. А когда Цуца умрет, куда она пойдет? Никуда, просто ее не будет. Пойдет на кладбище и постель туда заберет. Пешком? Нет, на такси. Этери, да, милая, это я, Цуца. Что получила твоя девочка? Четверку? Бессовестные они люди. Тети, ты не идешь в институт? Господи, совсем забыла. Тети, поторапливайтесь, на плавание опаздываем. Бабушка, где моя туфля? Всегда все теряешь. Кивико, пойди открой дверь. Привет малышам. Мерико пришла. Извините, мы спешим. Спасибо, сказали за куклу. Мэри, хорошо, что ты пришла, а то я совсем зачахла от одиночества. Видишь, какой тут уголок я устроила? Как оживилась стена. А они ни черта не понимают. Все фарфор да фарфор. Смотри, какой роскошный кот, какие выразительные глаза. А Гугушка всем недовольна. Не любит она красоту. Гениально, тетя Руся. Что я вам сейчас расскажу? Анекдот? Политический? Ничего я не поняла.
Чего же смеетесь? Просто так. Давай гитару, давай. Ты не хулиган. Ну и хулиганка же ты. Вот Мерик, ты жизнь любишь. А Кэти мне жалко. Все бегает, суетится, пишет. А жизнь проходит. Жить она не успевает. Разве можно не замечать травку? Вот ты, почему ты не защитилась? Тогда бы травку не заметила. А мы были в комиссионке. Вот подарок купили для Кэти. Кто это у нас? Мерико. Мери. Всегда она не вовремя. Это карточки нашего детства. Почти 100 лет прошло с тех пор. Вот это я. Такой крошкой была. Последнее время все чаще детство вспоминаю. Наш старый дом. Это пальма. Сколько раз я ее рисовала. Батуми. Сегодня на плавании один мальчик рассказывал. Оказывается, когда человек умирает, он не совсем умирает, а сверху смотрит на себя. Потом приходит кто-то и спрашивает: ты готов к смерти? Если у тебя какие-нибудь дела остались, то ты отвечаешь, что не готов. Может быть, ты ждешь, пока мама диссертацию защитит? Не бойся, после диссертации ты непременно умрешь. Типун тебе на язык. Это кто к нам пожаловал? Кивико, ты дома? Пойдем, я тебе что-то покажу. Кэти, посмотри, какой подарок я тебе сделал. На защиту все придут. Сейчас Майя кое-что поправит и будем печатать. Можно тебя на минуту? Скажи, пожалуйста, может человек быть таким невнимательным к своей жене? Чудесная девочка. Завтра у нее защита. Неужели нельзя чуточку внимания ей оказать? Этот подарок должен был сделать он или его мать, вместо бесконечных ее нотаций. Я прожила с твоим отцом всю жизнь и ничему не удивляюсь, но я не хочу, чтобы и у моей дочери так сложилась судьба. Ты даже не представляешь себе, какой я была в молодости. Как я играла. Какие стихи писала. Ну и что? Руся, хватит, перестань поясничать.
Ни черта вы не понимаете. Вот душа поет, а ноги и руки не повинуются. Вот все мы так уйдем в темноту. Мама, мне лечь? Резо. Резо. Ничего. Я в этот мир пришел. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце и выше гор. А если день погас, я буду петь о солнце предсмертный час.